кофе заварили. Музычку слушаем. Сейчас. Сейчас мы сделаем образ. Всегда мечтающие Леночки о длинных волосах. Всегда мечтающие. Так, я тут. Я ем на завтрак овсяную кашку с шоколадом. Вот такие у меня вкусы. И пью, между прочим, не кофе, нет. Цикорий. Он полезнее. Ну, можно фруктики. И обязательно под хорошую музыку. С хорошим настроением. Вчера отсняли кадры клипа. На серьезную песню, а получилась кинокомедия, по-моему. Ну, посмотрим, что оператор сделает при сведении. Но на самом деле, я бы не сказала, что я на многое рассчитываю. Орешки можно добавить сюда. Сейчас мы добавим. Горяченный, просто горяченный. Сейчас я орешки себе добавлю. Этих грецких. Ну, конечно, никакого перебора. Боже упаси. Орехи – это калорийная пища, никакого перебора. Сейчас мы их Bye.
большая. А на самом деле там каши 3 ложки. Но я боюсь, я и это не съем. С трудом справляюсь. Я ем, как маленькие дети. Они не едят просто так. Танцуют, болтают. Пою, я даже скажу. У меня был мануал. Он все время говорил, грудь вперед. Я когда вспоминаю, сразу выравниваюсь. Спинка прямая. А так вообще, конечно, хочется так сидеть. Я надеялась, мы вчера заснимали пар, наливали горячий кофе и снимали пар от кофе. И я сегодня тоже налила очень горячий для того, чтобы кто-то мне там из вас сказал, спину ровнее, я ее выровняла. Я репетировала пар снимать. Как я готовлю овсяную кашку? Чаще всего просто заливаю кипятком и настаиваю. И настаиваю столько, сколько впитает эту воду. И добавляю туда только черный шоколад, натуральный, желательно под 100%. Ну, иногда попадается вот 85%. Нет, обманываю. Ничего себе, 97,7. Если видно. Не видно, наверное. 97,7. Сережа не любит такой шоколад. Так что конкуренции нет. Дальше я добавляю орешки, банан, клубнику. Блубери, хотела сказать блубери. Моя сестра все время называет голубику блубери, потому что она живет во Флориде. И она половину слов называет, конечно, по-английски. А я за ней. Я прихожу в магазин, где блубери? Я же не во Флориде. А очень хочу.
Политическая обстановка не способствует сейчас. Жду, когда рассосется. Красота. Я просто так сижу, передо мной экран. Бесконечно красивая природа. И в основном океан. Так что я на океане. Я завтракаю на океане. Знаете, во сколько я завтракаю? Мне стыдно вам сказать. 7:05 вечера. Спрашивают секрет вашей молодости и стройности. Вы услышали, во сколько я завтракаю? Вы увидели порцию? Вопросов нет. Но, кстати говоря, люблю, когда полезное с приятным совпадает. Я себя не насилую. Так складываются обстоятельства. Я всегда была малоежкой. Но когда меня заставляли кушать много, да, я себя неважно чувствовала. Поэтому это не мое просто. Да, еще, конечно, я растягиваю завтрак на 1:30. Поэтому вам со мной будет здорово. Похудеете точно.
Слушайте, я хороший мастер-класс могу дать. Если все будете жить в моем ритме. Мы выведем вас на тот уровень, который вы хотите. Еще одну ложечку всуну в себя. Родители как родители. Но мою бабушку ужасно бесила, если я не доедала. Всегда не доедала. А мамочку мою всегда бесило, что оставалось буквально 2-3 ложки, которые в меня не лезли, хоть ты умри. Но они не лезли. И скандал. Я максимально стараюсь побольше класть еды, но осиливаю всегда только половину. А то побольше, как мой муж говорит, это птички так кушают только. Даже кофе я не смогла осилить, только половину выпила. Кстати говоря, я кусочница. Поэтому вполне вероятно, что через часик я где-нибудь смогу продолжить. А могу что-нибудь новенькое сообразить. Вот, сейчас надо погулять, подышать воздухом, выгулять свои ножки. Пока.